я пока называть не буду. Можно как показали, называли. Извините.
Рома, а как камеру-то включать? Большая кнопка одна. Мелко не видно. Они похожи на туристов отдыхающих. Это не видно. Такие крупные мужчины не видно. А мне, в общем. Крупные руководители, ему не видно. По краю, то есть вы сильно, если можно, не отходите от водорослей. Да. Они любят там водорослей. Пошли. Да? Сейчас. Не-не-не, сейчас подойди надо еще. А мы проплывем. Готов? Готов. Жениться тебе надо, но... А я уже два раза. Камера включена. Ну что, забыли, да?
помочь. Ух ты! Зачет! Зачетная щучка. Мимо проходили, ну, плыли, тащили ее. Еще две стайки. Мы на этот край встали. Мы на этот край встали. Такие хитрые, нам сказали. Осторожные. Достаточно осторожные. Когда уходят туда, в тину. Thank you.
дальше. Вот дальше. Есть? Есть. Ага, вижу его. Сейчас его снимаю рыбу. Смотри, видишь? Вон он, харис. В воде видно будет его, нет? Сейчас, сейчас. Сместить. А, понял. Классно. Все, классно. Ловись, рыбка большая, маленькая. А вот. Опа. Ох ты, змейка. Огонь. Огонь, здорово. Да, так его, Владимир Иванович. Ах ты, змей. Ну-ка иди сюда. Не надо. Зачем? А зачем? Он так нормально. Так, красиво, да? Да. Давай. Нет, горы давай, красивые. Горы. Рыбу. Рыбу снимай, а не горы. Рыбы есть. Держи. Ну вот, теперь можно и ехать. Хитрость есть маленькая. Вот так надо. Ржется на руку, она еще. Ничего себе. Что, есть? И вот, Сергей Кужугедович, бросай туда. Там, где рыба нет. Ага. Нифига себе. Это что такое? Это огонь такой здоровый. Ты что? Шустрый парень. Вот так его, давайте. Красавец? Да.
Вот он здесь тут мерный такой. Мерный, да. Это хорошая рыбалка. А мне тут подсовывали, дай вот это. Да что, прекратите, говорю. Давайте нормальный дадим. Честно, спинник. Я вам давно говорил, в эту сторону кидать надо. Да. Я уже записал. Блин. Мы вчера говорили вам, мы еще не рыбачили даже. Как надо показывать? Вот так? Вот так под пузико. Да. Под пузо. Под пузо. Выше, Владимир Иванович. А? Сантиметров на 20 выше. Вот. Почку. Это же взгляд на футболку на Россию.